Сериал 31. Восьмая серия. Всем здравствуйте. 8 декабря. Город Новосибирск. Салон оптики Тамара. 28 лет работы. И сегодня еще день рождения директора Татьяны. Посмотрите, какая атмосфера. Как хорошо. Кстати, как всегда, все, что планировалось, пошло не по плану. Например, в сценарии не было общей фотографии, но ее пришлось сделать как хотя бы один из методов интерактивного взаимодействия с гостями. Алло, ты где? Салоне, вместо фэшн-показа, который я обещал, мы сделали фэшн-демонстрацию очков. Хотя я планировал, что каждый участник будет проходить и показывать, ну, свои супер-очки. Мне понравилось единственное, в конце очень хорошо зашел все-таки интерактив, о котором я говорил вчера, про очки и поющие гости. Кстати, продажи в салоне во время презентации, где я вел, превысили в два раза расходы на эту презентацию. То есть затраты на очки, цена очков, вот эта разница была в два раза больше, чем презентация. Это значит выгодно. А также сегодня, готовясь к 10 декабря, я увидел новый тип поздравлений. Мне очень понравилось, очень зашло. Посмотрите. Спасибо вам огромное, что вы смотрите мой сериал. Задавайте вопросы, пишите комментарии, все, что думаете. И если я вам полезен, мне тоже будет хорошо. Всем счастливо. Снегирев онлайн. Подписываемся.